Наша лекция сегодня называется «Человек под маской», потому что мы сегодня желаем узнать, кто этот человек, который действует за кулисами и будет играть очень важную роль в событиях перед вторым пришествием Иисуса Христа. Книга Даниила, в частности, содержит много информации по данному вопросу. На самом деле, книга Даниила, как мы уже говорили раньше, это заготовка для книги Откровения. И пророчество, которое мы будем изучать сегодня, это пророчество, которое является ключом для книги Откровения. Я снова желаю напомнить вам словарь пророческих терминов. Белые одежды — это символ праведности, труба или ветры — это символ войны, труба часто является символом суда, проституция или блуд — это идолопоклонство, символ неверности Господу, воды, моря — это народы, согласно Откровению 17 главы, 5 стих. Женщина — это символ церкви, Сион — Божий народ. Сегодня мы будем рассматривать много зверей, которые символизируют царство. Рога — это символы царств и царей. Камень — это Иисус. Много мест в Священном Писании подтверждают это. Давайте обратимся к видению Даниила. 7 глава книги пророка Даниила. Это одно из самых впечатляющих видений в Библии. Это потрясающее видение. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, это в конце Вавилонского правления, Даниил видит сон. Теперь уже не царь видит сон, но Даниил видит сон. И очевидно, Даниил получит больше деталей, чем получил их царь в предыдущем видении, которое было, по сути, азбукой этого видения. Даниил видел сон и пророческое видение головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Нам не нужно догадываться, потому что Даниил сам изложит нам объяснение сна. «И видел я в ночном видении вот четыре ветра». Ветры — символ войны. «Ветра небесных боролись на великом море». Море — это народы. Войны происходят между народами. «И видел я, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Даниила 7 глава, 2 и 3 стихи. Давайте еще раз посмотрим на значение библейских символов. Море означает народы, племена, нации. Откровение 17 глава, 15 стих. Ветер — это символ войны, согласно Иеремии 49 главы, и звери — это символы государств. Давайте прочитаем эти тексты. Откровение 17 глава, 15 стих. «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Это первый символ. Давайте обратимся к книге пророка Иеремии. 49 глава, 36 стих. «И наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты». 37 стих говорит, «И поражу еламитян страхом перед врагами их и перед ищущими души их». Это еврейский параллелизм. Одно и то же событие объясняется сначала одними словами, потом повторяется, но уже другими словами. Таким образом, символы объясняются. Четыре ветра, которые рассеют Елам, означают, что это будет война, и враги рассеют их. «И поражу еламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Вы видите параллелизм, который подтверждает значение символа. Ветер — это символ войны. Даниила 7 глава, 17 стих. «Эти большие звери, которых четыре, — это четыре компьютера в Брюсселе». Нет-нет, Библия этого вообще не говорит. «Это четыре царя восстанут от земли». Итак, четыре зверя
означают четыре царя, четыре государства, согласно Библии. 23 стих говорит, «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле». Вот библейское определение, и мы ничего не можем придумать, кроме того, что говорит Библия. Четыре зверя — это четыре государства, которые появятся на земле. Теперь мы можем рассматривать эти государства и что они собой представляют. Первый как лев, но у него крылья орлины. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги как человек, и сердце человеческое дано ему. Даниила 7 глава, 4 стих. Первое государство, которое было представлено в Даниила 2 главе, «Золотая голова», какое это было государство? Вавилон. Первый зверь, лев с орлиными крыльями, это, между прочим, был символ Вавилона. Увлекательным является то, что этот зверь, он стал на ноги как человек, и сердце человеческое было дано ему. Это государство или царство, которое превозносит человеческий элемент выше божественного. Это восстание против Бога, отступление от Бога, когда человек занимает место, принадлежащее только Господу. В нашей серии лекций мы увидим, что в последние дни истории Земли эти события будут повторяться. Человек будет занимать место, которое принадлежит только Господу. Я уже раньше говорил, что значение слова «Вавилон» — «Вав-эл». «Вав» — это дверь, «эл» — это Бог, дверь к Богу, другой путь, другая дверь к Богу. Путь отличный, кроме того, который предписан в Библии. Итак, Библия предсказывает появление государства, государство Вавилон, представленное золотой головой, которое будет править миром 605 по 539 года до Рождества Христова. Книга пророка Иеремии объясняет этот символ льва. «Выходит лев из своей чащи, выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынею. Города твои будут разорены, останутся без жителей». Речь идет о городе Иерусалиме. А лев — это царство Навуходоносора. Вавилон придет и завоюет Палестину. Первое государство — это Вавилон. Вот символ, который использовался в Вавилоне. Вы здесь видите льва. Льва с орлиными крыльями. Вот еще одна скульптура. Здесь снова вы видите льва с орлиными крыльями. Это символы Вавилона. Таким образом, археология подтверждает, что именно эти символы использовались, поэтому нам не нужно догадываться. Библия сама объясняет символы. Даниила 2 глава начинается с Вавилона, и Даниила 7 глава начинается с Вавилона. И вот еще зверь, второй, то есть второе государство, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. И сказано ему так, ему сказано так, «Встань, ешь мяса много». Даниила 7 глава, 5 стих. Этот зверь, придя, он съедает плоть предыдущих, то есть он завоевывает и заменяет предыдущие государства. У него три клыка во рту, и одна сторона поднята выше. Каким же было следующее государство Даниила 2 главе? Мидо-Персия. Здесь Бог добавляет больше деталей. Медяне и персы, они не были равными в управлении. Сначала медяне преобладали. Одна сторона была приподнята. Затем персы, они стали сильнее медян. Неравное государство. Одна сторона приподнята. Следующее государство, как мы видим, это Мидо-Персия. Три
ребра во рту у него. Три клыка — это три войны, три победы для того, чтобы Медоперсия стала правящим государством. В параллельном пророчестве второй главы Медоперсия представлена серебряными грудью и руками. Она правила миром с 539 до 331 года до Рождества Христова. Вот три завоевания. Лидия — это часть Вавилонской империи. Второе завоевание — это сам Вавилон. И третье завоевание — завоевание Египта. Таким образом, была завоевана полностью Вавилонская империя. Это три победы, которые представлены символом трех ребер или клыков во рту. «Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Удивительное пророчество. Даниила 7 глава, 6 стих. Следующее государство, которое появилось на мировой арене, это была Греция. Греция представлена в виде барса. Помните этих животных? Лев, медведь, и теперь это барс. И четыре головы. Сколько голов у первого зверя? Одна голова. Сколько голов у второго? Одна голова и плюс четыре головы. Это очень интересная история. «Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы были у зверя сего, и власть была дана ему». Следующим государством была Греция, которая правила миром, начиная с 331 года до 168 года до Рождества Христова. После Греции, мы знаем, что Александр Македонский умер после пьянства, он немножко еще прожил, но после его кончины приходят к власти Кассандр, Лизимах, Птоломей и Селевк, тем самым разделив греческую империю на четыре части. Потрясающе! Четыре головы. До сих пор мы насчитали шесть голов. Лев, медведь, плюс четыре головы у барса. Шесть голов. Седьмая глава, седьмой стих говорит: «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы». Вы помните, что представляло собой железо? Где мы находим железо? В Даниила 2 главе. Железные ноги — символ Римской империи. Здесь тот же символизм. «Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами». Это сильная, могущественная империя, которая завоевывает, разрушает и попирает своими ногами. Очень интересные элементы. Обратите внимание, 7 глава, 7 стих. «Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». Обратите внимание, здесь не упоминается, сколько голов. Это одна голова и 10 рогов. Если посчитать все головы зверей Даниила 7 главы, сколько у нас голов получается? 7 голов. 7 голов. Интересно заметить, что зверь из книги Откровения имеет 7 голов. Зверь, который представлен в Откровении, он имеет все компоненты зверей из Даниила 7 главы. Поэтому мы должны знать, что каждый из этих голов представляет и какие философские мировоззрения связаны с этими пророческими периодами. Этот зверь, он отличен был от всех других зверей, которые были перед ним. И у него было 10 рогов. 10 рогов, как мы видели, это царство, согласно библейскому определению. 24 стих говорит: «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей». Итак, из Рима появится 10 государств. «И после них восстанет еще один. После них восстанет иной, отличный от прежних.
После того, как Рим разделится на 10, а восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. Это очень интересно. Четвертый зверь разделяется на 10, но он остается зверем. Зверь тот же самый. И именно из этого зверя, среди этих 10 государств, появляется еще одно государство, которое меняет все. Так говорит Библия. Именно он, этот один, будет отличен от всех прежних. Рим будет отличаться от всех других, потому что появится еще одно государство, которое будет отличаться. Как долго оно будет править миром, это государство новое, маленькое? «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего». Таким образом, до пришествия Христа. Рим правил миром, начиная с 168 года до Рождества Христова, до 476 года. Помните пророчество Даниила, как там изображена Римская империя? 10 пальцев, разделенные, здесь 10 рогов, и появится еще один, который будет отличен, и эта система будет на земле действовать как долго? Пока придет ветхий днями. Очень долгое время. Мы говорим о длинном пророческом периоде. Рим правил миром, начиная с 168 года до Рождества Христова, до 476 года. Затем был разделен на 10 европейских государств. Золотая голова — это лев. Грудь из серебра — это медведь. Медный пояс — это барс. И затем страшный зверь, который представлен был железными ногами. И затем 10 пальцев, которые символизируют разделение на 10 государств. И затем появляется еще один, который отличается от всех остальных. Даниила 7 глава, 19 и 23 стихи говорят: «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, зубами железными и когтями медными». Медь. Мы видим снова элементы меди в этом четвертом звере. Медь являлась очень важным компонентом. На самом деле, греческая империя, она, по сути, была просто включена в себя Римом. Греческая философия была основой Римской империи. И когда Рим разделился на две ноги, одна нога — это Византийская империя, и другая нога — это Западная империя или Западный Рим, Восточная империя управлялась из Константинополя. Именно там зарождалась и основывалась греческая философия. Именно в это время это была преобладающая философия времени. Мы видим элементы меди. Медь. Когти из меди. Мы позже еще раз обратим внимание на эти когти. Который пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. Вот он, ужасный зверь. 23 стих говорит: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать». Сколько? Земли? Всю землю. Попирать и сокрушать ее. Завоевал ли Рим в тогдашней форме весь мир? Да или нет? Нет. Нет. Как насчет Китая? Как насчет Японии? Как насчет Филиппин? Австралии? Как насчет Южной Африки? Или Соединенных Штатов Америки? Или Южной Америки? Завоевал ли Рим все эти государства? Очевидно, нет. Но помните, что пророчество не говорит «римляне». Пророчество говорит, что Рим разделится на 10, и затем придет иной отличный рог, который будет править до какого времени?
до пришествия ветхого днями. Поэтому в этом контексте пророчество может исполниться. Это имеет смысл? Это очень интересно. Вот могущественная Римская империя. Библия говорит, что будет 10 государств, 10 рогов, 10 государств, которые представлены 10 пальцами истукана или 10 рогов зверя, начиная с 476 года до второго пришествия Христа. Эти власти будут продолжать действовать. И именно небольшой рог, который выйдет после них, он привнесет отличный элемент и будет править аж до пришествия ветхого днями. Даниила 2 глава, 44 стих говорит, «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, а оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Пророчество 2 главы книги Даниила 7 — это параллельное пророчество. Даниила беспокоил этот вопрос. 8 стих говорит, «Я смотрел на эти рога. Он смотрит на будущее время. Он смотрит на время разделения Европы. Он смотрит на 10 государств, которые появляются из Римской империи. И вот, вышел между ними еще небольшой рог». На самом деле, оригинал говорит, «Из небольшого появился рог». Вначале маленький. Где он появился? Он появился среди 10. Очень важно помнить, потому что именно этот рог, это человек, скрывающийся под маской, он появляется среди 10. 10 государств, и среди них появляется один рог. Какая же это власть? Какое это государство? Это европейская власть. Это европейское государство, потому что 10 рогов появились на территории Западной Римской империи. Можно ли искать сегодня этот малый рог на Ближнем Востоке? Нет, конечно. Можно ли его искать в Соединенных Штатах Америки, например? Нет. Где же мы будем искать этот маленький рог? Там, где он должен был появиться. Он должен появиться среди 10. Он появляется среди 10. Все 10 там, пока он появляется. И дальше Библия говорит, «И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним». Для того, чтобы эта власть могла утвердиться, 3 из 10 должны были быть удалены. Он устраняет этих троих. Кто их устраняет? Новая власть, власть маленького рога, небольшого рога. Очень важно, чтобы мы помнили эти все признаки. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Где мы раньше встречали уже этот символизм? Символ человека, который превозносится. То есть эти все символы присутствуют в древнем Вавилоне. И в этой власти человек снова превозносит себя выше Всевышнего, выше Господа, и желает занять место Бога. Это еще один Вав-Ил, еще одна дверь в небо. Человек, который возвышает себя выше Бога. И он говорит высокомерно, как Бог. Давайте повторим историю. Он появляется среди разделенной Римской империи, среди 10 рогов. Он, появляясь, 3 государства беспокоят его, поэтому он удаляет их, и затем он поднимается к власти, подобно грибу, и человек занимает место Бога, или выше Бога. Вот что говорит Библия. А 10 рогов, значит,
что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних. Разрешите задать вам вопрос. Этот маленький рог появится на остатках Римской империи или на остатках Греческой империи? Римской империи. Не забывайте об этом. Камень ударит в ноги. Какой империи? Римской или греческой? Римской империи. Поэтому, если вы знаете этот материал, вы уже способны половину проблем решить, проблем ложных пророчеств, которые сегодня распространены, согласно которым Антихрист появился в прошлом во время Греции. Ни в коем случае. Библия не говорит об этом. Библия говорит, что он появится после того, как Рим будет разделен на 10 европейских государств. И он правит до времени, когда придет Ветхий днями. Есть ли он сегодня в мире? Есть он сегодня в мире? Конечно. Ожидают ли люди сегодня пришествия Антихриста? Да, но зачем? Нам не нужно его ждать. Мы должны сказать, вот он. Это очень интересно. Библия говорит, он будет отличен от других. Четвертый зверь обретает другое лицо, потому что появляется малый рог, который отличен. И именно этот малый рог, он устраняет три государства. Помните эти государства Европы? Англосаксы, франки, алеманы, герулы, остроготы, бургунды, вестготы, суевы и вандалы. 10 государств Европы. Но некоторые воспротивились этой новой власти. Первые были герулы. Были истреблены в 483 году нашей эры. Эти люди, они имели интересную философию. Их философия отличалась, в корне отличалась от философии малого рога, этой власти малого рога. К сожалению, у нас нет исторических документов, которые могли бы нам сказать о том, чему верили герулы. У нас нет документов, которые помогли бы нам узнать о верованиях этих людей, остроготов, вандалов. У нас есть информация о вандалах, но нет информации об их религиозных взглядах, потому что вся эта информация была уничтожена. И поэтому мы обладаем информацией только со вторых рук. И они говорят нам сегодня, что эти три государства, которые были устранены, якобы придерживались арианских взглядов. Другими словами, они учили, якобы, что Иисус не был Богом, и поэтому их нужно было истребить. Но у нас нет ни одного доказательства, кроме информации со вторых рук, из рук самой власти, которая истребила их. Есть интересное доказательство, что эти государства, которые были истреблены, имели другое Евангелие. Евангелие, которое было взято из Палестины, которое было намного ближе к библейскому повествованию, чем Евангелие других. Очень даже возможно, что христианство было получено ими от первоисточников. Это вполне возможно и вполне вероятно. Это очень интересное исследование. Итак, они были истреблены в 483 году. Истреблены властью, которая появилась среди римских государств. Следующим государством, которое было истреблено, это были вандалы. Истреблены в 534 году. Они также не приняли власть Римской империи, особенно религиозные взгляды Византии и римского мира. И поэтому они были истреблены также в 534 году армиями Восточной империи. И затем остроготы. Они просуществовали до 538 года, и они занимали вот эту территорию, и позже занимали всю территорию современной Италии, включая столицу Древнего Рима. Остроготы
они также имели Евангелие от первоисточников с Древней Палестины. Их также нужно было устранить. Они с терпимостью относились к другим религиям, но сами являлись жалом в плоти власти Малого Рога. И поэтому они были устранены, они были уничтожены. С помощью французов, которые соединились с царями Константинополя, с Цезарями. В 538 году оппозиция исчезла. И тогда власть Малого Рога поднялась подобно грибу. Из 10 государств сегодня остались алеманы, это Германия, бургунды — это Швейцария, франки — Франция, ломбарды — это Италия, саксоны — это Англия, Великобритания, суевы — Португалия, вестготы — Испания. Герулы, вандалы и остроготы были полностью уничтожены, истреблены. Эти три государства были не единственными, которые вели войну против власти Малого Рога. Вестготы, например, они очень близко были связаны с остроготами, они имели подобные взгляды, и было очень много войн и очень много кровопролития именно здесь, прежде чем они подчинились взглядам Малого Рога. Наиболее близким союзником Малого Рога были франки. И тем, который принял на себя эти взгляды, был Кловис. Кловис известен как тот, который больше других помог власти Малого Рога подняться в своей силе. Даниила 7 глава, 9 стих. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь». Даниил смотрит на будущее события, и он видит, что все события развиваются вокруг власти Малого Рога. Он видит, как сцена Небесного Суда открыта перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Он видит сцену суда. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий». Речь идет об ангелах. Мы это увидим позже в наших лекциях. «Дошел до ветхого днями, и подведен был к нему». Это не пришествие Иисуса Христа. Это события, которые происходят на небе. В то время как власть Малого Рога устанавливает свое правление на земле, на небе начинается небесный суд. И ему, то есть Сыну Человеческому, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Итак, мы видим контраст. С одной стороны, это царство, которое установлено на земле, царство малого зверя. И с другой стороны, сцена небесного суда, где вся власть передана Иисусу Христу. Мы видим два символа власти. Иисус Христос, который в конце концов получит победу, и Антихрист, власть Малого Рога, которая также претендует на власть, но будет поражена. Малый Рог устанавливает свое царство на земле, Христос устанавливает свое царство, которое никогда не разрушится. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. 7 глава, 18 стих. Очень интересный символизм, очень сильная весть. Давайте посмотрим на то, что говорит апостол Павел о человеке греха. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 10 стихи, апостол Павел объясняет, когда появится сила Антихриста и как это будет происходить. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов».
Даже в то время, во дни апостола Павла, кое-кто учил, что день Христов уже приходит. Кое-кто проповедовал, что Христос уже пришел. Апостол Павел говорит, нет. Есть вещи, которые должны прежде произойти. День Христов еще не наступил. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, день пришествия Христа, доколе не придет прежде отступление. Во-первых, церковь отступит от истины. И затем откроется человек греха, сын погибели. Только два человека в Библии названы сын погибели. Только два. Один из них — это человек греха, а второй — это был Иуда. Каким образом Иуда предал Иисуса Христа? Поцелуем. Он предал Спасителя поцелуем. Иуда, он выдавал себя за того, который еще с ними, и в то же время он предал Иисуса. Другой, сын погибели, он также будет притворяться и выдавать себя якобы одного из учеников и последователей его, но предаст его поцелуем, только в большем масштабе. «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление в церкви, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вот власть, которая на себя принимает очень большую власть. На самом деле, эта власть скажет, «Я еще один Бог на земле, и спасение через меня. Я распоряжаюсь спасением». Но эта власть, это будет очень тонкая власть, которая будет работать точно так, как работал Иуда. Это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. 1 Иоанна, 4 глава, 3 стих. Давайте посмотрим. Если дух Антихриста был уже в действии в мире во время Иоанна, апостола, если апостол Павел говорит, что придет отступление, и этот человек греха откроется, тогда он был с нами всегда. Мы уже видели, что он не мог появиться во время греческой империи, потому что он должен появиться после 4-го царства, и он не может прийти в будущем когда-то еще с какого-то племени в Палестине. Вы согласны? Вы согласны все со мной? Если это правда, тогда все христианство сегодня ошибается в этом вопросе. Потому что половина христианского мира сегодня учит, что Антихрист пришел в прошлом, его звали Антиох Эпифан IV, это был греческий царь. Нет. Библия говорит, что он придет с четвертого зверя после распада Римской империи на 10 государств. Другая половина христианства научена сегодня, что Антихрист придет в будущем, после восхищения. Тоже есть проблема, потому что христианской церкви тогда уже не будет. Библия говорит, что Антихрист был уже в мире и действовал во время ранней христианской церкви. Поэтому ни одна из двух точек зрения, преобладающих сегодня, не может считаться правильной. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Что-то не допускает, что-то сдерживает эту власть, чтобы она не раскрылась полностью. Ибо тайна беззакония уже в действии. Что? Это тайная и загадочная власть беззакония. Она уже действует, говорит апостол Павел. В его время. Это не будущее время. Она уже действует. Не в будущем времени, не когда-то после восхищения. Она действует сейчас, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь.
удерживающий теперь. Какая-то власть, которая сдерживает и удерживает, чтобы эта власть малого рога не приобрела полную силу. Что же это за власть, которая сдерживает? Он ее здесь не называет. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Итак, эта власть откроется, но сейчас, он говорит, удерживает его. Какая-то сила. После того, как она откроется, она будет уничтожена вторым пришествием Христа. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Это очень увлекательная история. Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Будет ли возможным, что эта власть обманет весь мир и представит им свое Евангелие, которое будет основано на человеке, вместо того, чтобы быть основано на Божьей истине, на человеческих взглядах, в отличие от Божьей истины? Согласно этой книге «Романизм и реформация», страница 105, автор Гратиан говорит, что Павел и первые христиане, они знали, какая власть удерживает власть Антихриста. Ранняя церковь говорит нам, что они знали этот вопрос. И никто сегодня не может возразить его свидетельству, которое было передано фессалоникийцам только в устной форме. В этом вопросе мы можем полагаться только на древнюю традицию. Современные теории и догадки, они совершенно беспомощны в этом вопросе. Сегодня люди теряются в догадках и говорят, наверное, Дух Святой удерживал его. Зачем Святому Духу удерживать его? Была власть, которая удерживала его. И когда эта власть разрушилась, Антихрист поднялся и будет править до второго пришествия Христа. Что же говорят отцы церкви? О чем Христос устно сказал фессалоникийцам, но не записал в послании? Давайте обратимся к преданиям отцов церкви. Тертуллиан, апологет Нового Завета, 200-й год нашей эры, говорит, «Тот, который удерживает теперь, будет взят от среды. Какое же еще есть препятствие, кроме римской власти?» Именно после падения Рима, который разделится на 10 государств, откроет путь для Антихриста. Вот во что верили первые отцы церкви. Именно после падения римской власти откроется Антихрист. Соответствует ли это пророчествам Даниила 7 главы? Несомненно. Когда Рим разделен на 10 государств, когда исчезает римская власть, поднимается малый рог. Именно так верили отцы церкви. Вот еще одна цитата. Джон Крисостом, епископ Константинополя, 390 год, он говорит, что только один удерживает теперь, который будет убран из среды. Когда Римская империя будет убрана из среды, Антихрист придет. Вот еще одна цитата. Эдвард Эллиот, он пишет комментарий на Апокалипсис. Он говорит, мы имеем согласующиеся между собой свидетельства ранних отцов от Иринея, ученика святого Иоанна, до Христостома и Иеронима. Они понимали, что в виду имеется власть Рима. Очень просто. Когда Рим падает, Антихрист поднимается. Антихрист не мог возвыситься, пока цезари обладали императорской властью. Во время падения цезарей он восстанет. Вот еще одна цитата. Павел не назвал удерживающую силу. Он знал, что это Рим, потому что он боялся преследования. Помните, что христианская церковь была преследуема Римом. Вот еще одна цитата. Апостол Павел не написал, когда Рим падет, тогда появится... Если бы он так написал, у него были бы большие проблемы и церковь, которую он возглавлял. Поэтому ранняя церковь верила, что когда Рим падет, Антихрист восстанет. Даниила 7 глава говорит, что он восстанет после разделения Рима на 10 государств, и тогда он появится. А вот библейский критерий, указывающий на время начала правительства Антихриста. Мы будем продолжать говорить о власти небольшого рога. Мы уже
определили, что этот рок появился когда? Когда Рим был разделен. И мы также установили, что он появился среди десяти рогов. И мы установили также, что он будет отличаться от всех прежних. Даниила 7 глава, 24 стих. Эта власть останется с нами до пришествия Иисуса Христа. Это значит, что если Он появился тогда, Он и сегодня присутствует в мире. Давайте обратим внимание на признаки малого рога, которые приводит Даниил. Первое. Он выходит из четвертого зверя. Даниила 7 глава, 7 и 8 стихи. Он появляется из Рима. Вот где он появляется, на территории Римской империи. Второй признак. Он появляется среди десяти рогов. Я смотрел на эти рога, и вот среди них поднялся другой рог. Он появляется на территории Западной Римской империи. Это европейское государство. И никакое другое государство под солнцем. Он появляется после десяти рогов. Другими словами, он приходит к полной власти после 476 года. И после них восстанет иной. 24 стих говорит. Он отличный от других рогов. И будет он отличный от прежних. Это четвертый признак. Есть еще один признак. Он по виду будет больше других. 20 стих говорит. Эта власть становится мощнее и сильнее всех других государств. Я думаю, что не тяжело увидеть, о чем говорит Библия. Может быть, это не очень комфортно, но это истина. Он вырывает три государства с корнем. 20 стих говорит. У него глаза, как у человека, и он говорит высокомерно против Всевышнего. 8 и 25 стихи говорят. Эта власть возвышает себя на уровень Бога. Во-первых, он заменяет божественные принципы человеческими принципами, и он пытается достичь неба путем человека, но не путем Бога. Это очень серьезные вопросы. Библия говорит, «И говорил против Всевышнего». И затем он угнетает и преследует святых Всевышнего. 25 стих. Это преследующая власть, которая воюет против тех, которые говорят, «Спасение только через Бога». И затем еще один признак. Он попытается изменить времена и закон. 25 стих. Это потрясающая весть. Какие же времена и закон он захочет изменить? Как вы думаете? Имеется ли здесь в виду какой-то глупый человеческий закон? Нет. Речь идет об изменении божественного закона. Времена. Это времена, которые Бог установил для поклонения. Ибо Бог установил всему свое время. Был вечер, и было утро, день первый. Был вечер, и было утро, день второй. От вечера до вечера. Бог установил день. И затем Бог установил праздники. Попытается ли эта власть изменить это? Потрясающе. Это девятый признак этой власти. Попытается изменить времена и закон. И десятый признак — время его правления. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Пророческий год. 3,5 пророческих года. Стих 25. Следующий признак говорит, он будет пожирать всю землю. 23 стих. Четвертое царство будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Входят ли сюда Соединенные Штаты Америки? Как вы думаете, вами руководит кто-то другой? Как вы думаете, кто-то сегодня руководит
даже могущественной страной Америкой. Как насчет России? Как насчет любой могущественной страны, такой как Китай? Есть ли кто-то, кто контролирует события в этих странах? И он будет существовать до конца. Стих 22 говорит. Я не придумал это все находится в книге пророка Даниила. И последний критерий, последний признак. Его власть будет отнята в конце времени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Библия говорит, он будет разрушен сиянием пришествия Иисуса Христа. Никакая земная власть не сможет победить эту власть. Только Бог положит ему конец. 13 признаков. Есть только одна власть во всем мире сегодня. Исторически, это единая власть, которая соответствует этим признакам. Я не хочу никого из вас привести в смущение. Я не хочу затронуть ваши чувства. Дело в том, что эта власть настолько ясно представлена, что я сам, будучи некогда частью этой власти, я также был подвержен ее влиянию. Я был потрясен, когда я узнал эту истину. Я даже физически заболел, когда я узнал об этом. Что же это за власть? Он вышел из четвертого зверя, он вышел среди 10 рогов, он вышел после 10 рогов, он отличается от всех рогов. После последней волны варварских нашествий и вторжений лицо Европы было полностью изменено. Независимое германское государство было установлено на месте бывшего Рима. Из руин Римской империи появились новые государства, центром которых являлся папский престол. Поэтому неизбежно это новое государство было не только новым, но очень отличным от предыдущих. Церковь и церкви, страница 42 и 43. А вот что говорят католики. Они утверждают, что настало время для совершенно другого вида правления, отличного от предыдущих. Есть две самых популярных теории об Антихристе, которые сегодня преподаются практически каждой церковью в мире. Почти каждой. Одна теория — это теория Риверы, и вторая — Альказар. Что же они учат? Они учили претеризм и футуризм. Претеризм говорит, что Антихрист пришел в прошлом, во время Греции. Футуризм учит, что Антихрист придет в будущем, после восхищения Церкви. Обе эти доктрины невозможно назвать библейскими, потому что они не соответствуют пророчествам Даниила 7 главы, 8 главе и всей книге Откровения. А они нарушают каждый библейский принцип, который только существует. Кто же был Ривера и кто же был Алказар? Они оба были езуитами. Это доктрины, которые были посланы в мир после реформации самой церковью, чтобы отвести внимание от папства в два разных направления. Известный историк Экхарт говорит, после распада Римской империи, когда ее место было занято варварскими государствами, Римо-католическая церковь не только стала независимым религиозным государством, но она доминировала во всех светских вопросах. Рог, который поднялся и стал по виду больше других, стал доминирующей властью. Пророчество исполнилось. Историк Томас Хоббс говорит, «Каждый, кто ищет истоки церковной власти, очень легко увидит, что папство — это не что иное, как призрак распавшейся Римской империи, сидящей в короне на ее могиле». Рим не исчез. Просто новое название Рима — католическая церковь. Рим не исчез, дорогие. Он будет отличен от всех других. Мы уже говорили об этом. Потому что теперь это религиозная власть,
которая руководит и политическими вопросами. Он по виду больше всех других. Даниила 7 глава 20 стих говорит. Склонялись ли цари Европы и короли перед папством? Иногда да, иногда нет. Если нет, то со временем их заставили поклониться. А они должны были прийти и поклониться, как Фредерик, король Германии, который должен был поклониться, чтобы получить назад свою власть. Святейшие соборы, том 13, мы утверждаем, что святой апостольский престол и римский понтифик обладают полной властью над всем миром. Наместник воплощенного Сына Божия, помазанный первосвященник, высший правитель и владыка, восседающий на своем престоле, имеет власть судить над народами, нациями и имеет высшую власть над всеми. Говорят ли они о том, что они руководят всеми другими народами? Вполне очевидно. Это факт. Ключи этой крови. Иоанн Павел II, Россия и Запад в подготовке к новому мировому порядку. Автор Малахия Мартин, профессор Григорианского университета в Ватикане. Он вырвал три царства. Тогда я пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем. Да, Рим утверждает, что три рога были вырваны, потому что они были ариане, то есть не верили в божественную природу Христа, которая, по сути, является одним из учений Рима. Это одно из эзотерических учений Рима. В то время, когда есть и другое учение, эзотерическое, то есть сокрытое учение Рима, мы будем говорить об этом в наших следующих лекциях. Его глаза были как глаза человека, и он говорил высокомерно против Всевышнего. Это человеческая система, которая возвышает себя против Бога и говорит против Бога. Преследует святых. Седьмой стих говорит, «И даны ему уста, говорящие высокомерно и богохульно». Что же такое богохульство? «И дано было ему вести войну против святых Всевышнего и превозмогать их». Даниила 7 глава 25 стих говорит, «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени времен и полувремени». Мы будем также изучать эти тексты. Вот библейское определение богохульства. Мы проверим, занимался ли Рим богохульством. Определение богохульства находится в Иоанна 10 главе, 30 и 33 стихи. «Я и Отец одно». Иисус Христос говорит, «Я Бог». Иудеи говорят Ему, «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Итак, первое определение богохульства Библии, если кто-то выдает себя за Бога, будучи человеком. Это библейское определение. Второе определение находится в Луки, 5 глава, 20 стих. «Он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вот два библейских определения. Первое, если вы, будучи человеком, заявляете, что вы Бог. И второе, если вы говорите, что вы имеете право отпускать грехи. Давайте посмотрим, что говорит Рим. Католическая энциклопедия, том 12, статья Папа. Его юридический авторитет включает в себя власть прощать грехи. Рим говорит сегодня, мы можем прощать и отпускать грехи. Ищите где угодно, на земле или на небе, но вы не найдете сотворенного существа, который может прощать грешника, освобождать от цепей ада, кроме одного сверхъестественного существа, римо-католического священника. Епископ говорит, «Ты больше не человек, ты священник навеки. Ты не греховный сын Адама, но альтер Христос, другой Христос». Другой Христос вместо Иисуса Христа. Антихристос.
Слово «анти» означает «вместо Христа». «Навеки священник всемогущего, имеющий власть даже над всемогущим». Это очень серьезное заявление, сказать, что вы имеете власть над Богом. Папа уже не просто представитель Христа, но он сам Иисус Христос, скрытый за завесой тела. Рим всегда заявлял о том, что он занимает место Бога. Сам Бог обязан повиноваться судам и решениям священников, прощать или не прощать, так как они решат. Решат отказать или дать прощение. Во-первых, решение священника, и затем Бог подписывается под ним. Достоинство и права священника, том 12. Католическая церковь говорит, мы решаем, кто спасен, а кто погибнет, и Бог должен подписаться под нашим решением. Если они говорят «нет», Бог не может сказать «да». Кто сильнее? Они сильнее. Это богохульство или нет? Это богохульство высшего порядка. Кардинал Беллармин говорит, все имена Священного Писания, которые касаются Иисуса Христа, указывая на его право руководить церковью, эти имена относятся к папе. Это значит, он занимает место Бога. Итак, папство богохульствует. Эта юрисдикция направлена 10 февраля 1817 года от лица святейшего понтифика, Отца во Христе, Господа и Бога нашего, Папы Льва XII. Здесь папа прямо назван Богом. Мы на этой земле занимаем место всемогущего Бога, Папа Лев XIII. Известно ли вам о том, что если сегодня папа пишет церковное письмо, он всегда подписывает церковное семя? Иоанн Павел II, например, подписано нами за главной буквы в нашем понтификате. Очень интересно. Бог говорит, сотворим человека по нашему образу. Папство полностью принимает на себя прерогативы Бога, заявляя, что оно является властью и силой Бога на земле. Святейшие соборы говорят, мы заявляем, что престол Папы и сам понтифик имеют право руководить всем миром. Эта власть, в конце концов, обретет руководство над всем миром. Неужели Рим руководит всем миром, вы скажете? Неужели это возможно? У нас будет лекция завтра о тайных обществах. Я бы ее не пропустил. Томас Аквинас пишет, «Светская власть — это великий католический философ, которого Иоанн Павел II цитирует больше других философов. Он говорит, «Светская власть должна подчиниться духовной власти, так как тело подчиняется душе, и поэтому нет ничего, никакой узурпации авторитета, если духовный руководитель будет руководить во временных вещах и светских вопросах этого мира». Поэтому все должны подчиниться Риму. Тренский собор заявляет, все власти принадлежат ему. Юрисдикция, правление и владычество над всей землей принадлежат ему по божественному праву. Поэтому все правители земли должны подчиниться ему. А вот что говорит Тренский собор. Это собор, который закончил атаку над реформацией. Здесь женщина, которая сказала, Иисус говорит, «Я добрый пастырь». Эта женщина сказала, «Я после встречи с папой почувствовала, что я была с Богом». Преследовала ли эта система святых Всевышнего? Библия говорит, дано было ему вести войну против святых и превозмочь их. Томас Аквинас говорит, «Еретикам нужно предавать смерти точно так же, как и других преступников». Католическая церковь относится с уважением к вопросам свободы совести, но тем не менее, в случае возникновения ереси, она вынуждена прибегать к силе, использовать наказание и пытки и возжигать огонь инквизиции.
католический профессор Альфред Баудрилард. Здесь вы видите Гиеза дел Гезу. Это престол иезуитов. Здесь вы видите клятву иезуитов, где говорится о том, что они имеют право избавиться от любого еретика-царя во всем мире, любого правительства, которое не подчиняется папской власти, и от любого человека, который не подчиняется власти римского понтифика, должен быть уничтожен. Таким образом, церковь руководит, как женщина, которая руководит над царями земли. Вот как она себя изображала в течение истории. Инквизиция. Библия предсказала, что эта система будет угнетать святых Всевышнего. Здесь изображены орудия пыток в Лондоне и в Нидерландах. Какое же определение ереси? Греческий «хересис» — выбор. Свобода принятия решения, чему верить и как жить — это ересь. Кто же должен решать за вас? Римская церковь должна решать за вас, что вам делать. А если вы не соглашаетесь с этой системой, тогда вы должны быть уничтожены и истреблены. Мы ожидаем некоторых особенно тревожных времен в истории. Вот орудия пыток, которые использовались, ужасные вещи. Увидите здесь что-то наподобие ложечки, в которые ложили раскаленные угли и вас немножко припекали. Эти наручники одевались на ноги. Видите здесь гвозди, которые просто проникали через кожу человека, исполненные зла и ненависти к людям. Здесь видите специальный воротник, в котором шуруп вкручивался прямо в горло человека. Генерал Френко в 1970-х годах в Испании все еще использовал эти орудия пыток. Помните, насколько примитивным может быть человек? Всевозможные орудия пыток, которые только можно себе представить. Когда человека подвешивали вниз головой за руки, и так вы могли там висеть несколько дней. А вот здесь этот тяжелый камень привязывали к ногам, чтобы он отрывал ваши руки от тела. Очень жестоко. Здесь вы видите изображение виселиц, столпов, столпы и виселицы инквизиции, которые практически виновны в смерти миллионов и миллионов людей. Это памятники массовым уничтожениям, которые имели во время инквизиции, подобные как Варфоломеевская ночь и подобные ей. Здесь церковь изображала себя как женщина, которая держит в руке одной Библию, а в другой руке цепь. В истории последнего времени снова женщина с цепью в руках, и все другие церкви будут закованы в цепи. Эта власть будет думать, возмечтает изменить времена и закон. Даниила 7:25. Говорит ли Папа о том, что он собирается изменить закон Божий? Декретал де Транслят говорит, Папа имеет власть изменять времена, отменять законы и распоряжаться всем, включая заповеди Христа. Это дерзость высшего порядка. Они говорят, что они могут изменять все. Изменило ли папство времена? Безусловно. Каким же календарем мы сегодня пользуемся? Кто знает? Мы пользуемся григорианским календарем. Кем был Григорий? Был папой. Изменил ли он времена? Да. Притом ссылаясь на авторитет иезуитов, астрономов. Что же они изменили? Они изменили Пасху. Они сдвинули пасхальные праздники на праздник Истер. Истер — богиня Иштар или Астарта. В то время, когда израильтяне праздновали праздники согласно новолунию, Пасха могла попадать на любой день недели, в зависимости от цикла Луны. Папство изменило это, подражая символизму саддукеев, которые получили образование в Александрии, в оккультных школах. Они Пасху вывели на дату Иштар. И теперь Пасха происходит только в воскресенье и никогда не совпадает с Пасхой иудейской.
А что если в истории в какой-то день этот праздник католической церкви Истер попадет на день Пасхи? Что же тогда сделает католическая церковь, если эти два праздника совпадут на один день? Тогда папство берет и переносит Истер на одну неделю вперед, чтобы все равно было воскресенье. Эта власть изменила праздничные времена и закон. Согласно григорианскому календарю, мы празднуем праздники от полуночи до полуночи, а не от захода солнца до захода. Изменил ли он законы и распорядился ли всеми вещами, которые установил Христос? Папа может изменять божественные законы, говорит энциклопедия. Он говорит, что он может даже закон Божий изменить. 10 заповедей, которые даны Богом. Первая заповедь говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь говорит: «Не поклоняйся образами, не служи им». Третья заповедь говорит: «Не произноси имени Господа твоего напрасно». Четвертая заповедь — очень сильная заповедь. И затем пятая заповедь, указывающая на отношения между детьми и родителями: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это заповеди, как Бог дал их человеку. Обратите внимание, в католическом катехизисе они вторую заповедь полностью удалили, ее нет там. Здесь говорится, что он имеет право изменять законы и так дальше. Первая заповедь: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Второй заповеди нет, она удалена. Третья стала второй. Заповедь о святом дне звучит так: «Помни день праздничный, чтобы светить его». И для того, чтобы выглядело 10, они десятую заповедь разделили на две. «Не пожелай жены ближнего твоего» и «Не пожелай вещей ближнего твоего». Очень потрясающе. Обратите внимание, здесь говорится: «Не пожелай дома ближнего твоего, жены ближнего твоего». Они поменяли местами, вы видите? Очень интересно. Как будто они считают правильным поменять порядок. Церковь перенесла день отдыха еврейскую субботу, седьмой день недели, на первый. Тем самым третью заповедь они сделали заповедью о воскресении, чтобы светить воскресение как день Господень. Католическая энциклопедия. А они изменили времена, праздничные времена, день поклонения Господу. Седьмой день недели стал первым днем. Матфея 5 глава 17 стих, Христос говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». Вот катехизис новообращенного в католическую доктрину. Здесь говорится: какой же день является днем праздничным? Ответ: суббота — это праздничный день. Вопрос: почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ: мы соблюдаем воскресенье, потому что католическая церковь на Ладикийском соборе в 336 году перенесла святость с субботы на воскресенье. Изменил ли он праздничные времена и закон? История говорит: да. Он будет править время, времена и полувремя. 7 глава, 25 стих говорит: «И святые будут преданы в руку Его на время, времена и полувремя». Пророческий год отличается от нормального года. Год в пророческом смысле — это 360 дней, потому что еврейский год имел 360 дней. Поэтому 360 умножено на 2 — 720, и половина времени — это 180 дней. В таком случае сумма этих времен — соответствует 1260 пророческих дней. Это становится 1260 буквальных лет. Давайте мы повторим этот материал. Начиная с момента завоевания Рима Велизаром, начинается история средних веков. Когда Рим был завоеван, и остроготы были уничтожены, начинается история средних веков. Филипп Скаф говорит: «Вигилус взошел на папский престол в 538 году под военным покровительством Велизара». Когда же власть Малого Рога приняла власть в свои руки? Ответ:
538 год нашей эры, потому что последний противник был уничтожен, остроготы. Они были уничтожены полностью именно в 538 году нашей эры. И Вигелус в это время воссел на папский престол. Началась эпоха правления Рима. Библия говорит, другой восстанет после них. 476 год, распад Римской империи, и папа начинает свое правление в 538 году, согласно указа Юстиниана, римского императора, который заявил, что папа будет правителем над всеми еретиками и всей церковью. 538 год, если мы добавим 1260 лет, мы приходим к 1798 году. Что же произошло в 1798 году? Бертье вошел в Рим 10 февраля 1798 года и объявил республику. Половина Европы думала, что вето Наполеона будет выдержано и что папству наступит конец. Точно согласно библейских пророческих времен, Библия предсказала, когда, если мы придержимся принципа «день за год», точно когда указано в Библии, в 1798 году папство было лишено своей силы на определенное время. Итак, пророческий период в 1260 лет берет свое начало с 538 года нашей эры, когда епископ Рима официально признан владыкой над всеми церквами. 1260 лет — это период правления папства. И в 1798 году пророчество Даниила 7:25 исполнилось. Закончился этот пророческий период в 1260 лет. Этот пророческий период в Библии представлен как 1260 дней. И если день равняется году, это 1260 лет. 42 месяца. 42 умножить на 30 равняется 1260. Откровение 12 глава 6 стих говорит 1260 дней. Это 1260 дней. Откровение 12 глава 14 стих «Времени, времен и полувремени». Книга Откровения продолжает освещать историю этой власти. Фактически этот период упоминается в Библии 7 раз. Даниила 7:25 «Время, времена и полувремени». Даниила 12 глава 7 стих «Время, времена и полувремя». Откровение 11:2, Откровение 11:3 1260 дней. Откровение 12:6 1260 дней. Откровение 12:14 «Время, времена и полувремени». Откровение 13:5 42 месяца. Все эти периоды говорят об одной и той же власти. Сколько раз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Библия — потрясающая книга. О чем она говорит нам? Она говорит нам о том, что эта власть возомнит себя еще одним Богом, потому что 7 — это число Бога. И эта власть претендует на все характеристики Бога. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела». Рим получает рану, но эта рана будет исцелена. «И весь мир дивился, следя за зверем». Откровение 13 глава, 3 стих. Та же власть, которая правила на протяжении 1260 лет, получает смертельную рану. В 1798 году она поднимается снова, и весь мир будет подчинен этой власти, так говорит Библия. «И дана была ему власть над всяким коленом, народом и языком». Входят ли Соединенные Штаты сюда? Несомненно, Рональд Рейган и папство заключили священный союз. Это потрясающая история. Мы о ней будем еще говорить более детально. И поэтому даже могущественные Соединенные Штаты, они подчиняют себя этой власти. Фотография Горбачева. Великий и могучий Советский Союз приветствует и признает эту власть. Это очень важная идея. Новый мировой порядок, когда разные народы мира будут объединены общим делом. И только Соединенные Штаты имеют власть и силу, моральное право поддержать этот порядок.
В документе Второго Ватиканского Собора говорится, «Это наша обязанность, поэтому напрячь каждую мышцу, чтобы приготовиться ко времени, когда все войны будут запрещены общим международным соглашением». Это Второй Ватиканский Собор. Эта цель, несомненно, требует установления всемирного органа общественной власти, которого будут признавать все и наделят силой хранить порядок, справедливость и уважение прав. Папа Павел VI в разделе под заглавием «Навстречу эффективному мировому порядку» пишет, «Это международное соглашение в масштабах всех стран требует наличия учреждений, которые приготовят, будут координировать и направлять, пока, наконец, будет установлен порядок, который признаваем всем миром». Кто не видит сегодня необходимость такого прогрессивного всемирного органа власти, который сможет эффективно решать юридические и политические вопросы? Потрясающие вещи. И кто же был коронованным владыкой всего мира? Этот же человек. Потрясающе. Иоанн Павел. Суперзвезда. Мастрихт. Объединенная Европа. Что же об этом мир говорит сегодня? Зачем Европейский парламент строит это здание? Очень интересное здание. У нас будет специальная лекция об этой ситуации в Европе. Что это обозначает? Что же говорит Джордж Буш об этой власти? 22 марта он говорит, «Самый лучший путь, как оказать честь Иоанну Павлу II, на самом деле как великому человеку, это серьезно принять его учение, слушать его слова и применять его слова и учение здесь, в Америке. Это выбор, который мы должны сделать». И поэтому кто здесь подчиняется кому? Кто подчиняется кому? В 1991 году папа призвал всех к новому мировому порядку. Кто из вас слушал речь папы в этом году? У него была только одна весть, и он сказал, наступило время установить полную власть именно сейчас. Он посетил Организацию Объединенных Наций и говорил от имени всех религиозных представителей мира. Это включает буддистов, индуистов, зороастра, протестантов, католиков, весь мир. Есть ли у него цель? И Горбачев сказал, мы обязаны помочь Иоанну Павлу II иметь право на учреждение нового мирового порядка на Организации Объединенных Наций, на 50-летие Организации Объединенных Наций. Как вы думаете, возможно ли, что Рим станет этой властью? Что Ватикан может быть этой властью? Конечно, Ватикан выглядит сегодня как благородная христианская власть, которая подчеркивает правильные христианские ценности в мире. Библия говорит, «Человек погибели, Иуда, который выглядел как один из них, но он предал Христа поцелуем». Есть власть сегодня, которая выглядит подобно одному из них, но может предать поцелуем. Мы должны проникнуть в секреты тайных сообществ, чтобы понять, в чем дело. Многие христиане периода реформации, а также периода постреформационного, они понимали, что Антихрист — это римская власть. Среди приверженцев такой интерпретации были вальденцы, гусситы, Виклиф, Лютер, Кальвин, Цвингли, Мелантон, баптистский теолог Джон Гилл и мученики Кранмер, Тиндейл, Латимер и другие. Вот что Мартин Лютер говорит. «Я знаю, что папа — это Антихрист, и его престол — это престол сатаны. Папство — это преследующая сила, и римский понтифик существует для уничтожения душ человеческих». Очень прямые слова. Кальвин говорит, «Мы называем римского понтифика Антихристом».
Очень интересно. Джон Уэсли говорит, он, несомненно, является человеком греха в полном смысле, поскольку он увеличивает все виды греха. Вот что говорили реформаторы. Джон Нокс говорит, Папа Римский должен быть признан как сам Антихрист. Реформаторы не хотели, чтобы кто-либо забыл. Поэтому в центре протестантизма, Мирне, на городском дворце, находится вот эта скульптура, которая представлена над главным входом. Здесь очень интересная скульптура. Здесь пророчество, которое мы сегодня рассматривали. На одной стороне изображен лев с орлиными крыльями, и затем правитель. Угадайте, кто это? Это Навуходоносор. Кого же считали реформаторы, представляют лев с орлиными крыльями? Вавилон, не забывайте. С другой стороны, видите медведя, у которого три ребра во рту. И рядом с ним находится царь, которого представляет медведь. Кто это? Это Кир Великий. Они говорят, это Медоперсия, представлена символом медведя. Реформаторы не сомневались в пророчествах, они это закрепили в камне. Если вы посмотрите на другую сторону, на другой двери, немножко ближе мы посмотрим, изображен барс с четырьмя головами, и рядом с ним, как они понимали исполнение пророчества, это Александр Великий, Александр Македонский, Греция. И с другой стороны, страшный и ужасный зверь с десятью рогами. И могущественный император Юлий Цезарь. Кого же они представляют? Они представляют власть Рима. И затем здесь у них есть этот странный объект, который появляется среди них, имеющий лицо человека и корону на голове. Они не сомневались, кто это? Они знали, что это Рим. Кто сегодня продолжает проповедовать об этом? Никто. Никто сегодня это больше не проповедует. Проповедует ли общее христианство? Нет. Они присоединились к экуменическому движению, которое говорит, что мы примем Рим как нашего духовного наставника. Практически все христианские деноминации сегодня стали частью экуменического движения. И они говорят, одевайте наручники, мы готовы. Это очень печально. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Теперь понятно, не так ли? Чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Внешний облик христианства настолько красив, что мы не видим ядро оккультизма, скрытое под красивой оболочкой. И кто желает показать то, что там находится? Кто скрывается за маской? Кто Питер Ханс Кольбенбах? Кто этот человек? Какова его роль в этом мире? Кто желает знать? Мы видим, что он будет пожирать весь мир. Это паутина интриг, она охватит весь мир. Он будет продолжать существовать до конца. Но у него отнимут власть в конце времени. Я не говорю, что каждый римокатолик, который здесь, что он антихрист. Я говорю о системе. Это система. Есть очень много прекрасных христиан в Римокатолической церкви, которые поклоняются Богу искренне на основании того знания, которое они имеют, на основании своей совести. И Бог принимает во внимание ту меру познания, которую они имеют, и то, как они относятся к Богу на основании своей совести. Тем не менее, эта система, она открыла себя в истории и подняла себя выше Бога. Библия говорит, «Затем воссядут судьи
Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. И величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. Бог положит конец истории этой земли очень скоро. И для того, чтобы понять, где находится главная интрига этих событий, я приглашаю вас завтра вечером. Даже если вы расстроены сегодня, все равно я приглашаю вас прийти завтра, потому что весь этот план будет открыт перед вами на основании книги Откровения. Пусть Бог хранит вас, пусть поможет вам и руководит вами.